Привет, привет, все мои хорошие. Наконец-то дошла очередь до видео вопросы и ответы к моей маме. Не прошло и полугода, я ее уговорила. У нас сейчас сколько времени? 1:30 ночи. Пока вот 5 минут дети спят, будем отвечать. Так, начну, мама, с самого... Ты хочешь что-то сказать, зрители? Здравствуйте, доброй ночи. Кто не спит? Так, сейчас... Я, в принципе, в кадре не нужна. Не-не-не, сиди в кадре. Я тут одним глазом. Начну вот с вопроса. Вот самый первый мне попался, мам. Спросила царица Тамирис. Добрый день, Фатимуша. Вопросов у меня куча к вашей мамулечке. Во-первых, хочу выразить свою благодарность вашей маме за такую дочку, как вы. Спасибо. Она вырастила вас очень порядочным и позитивным человеком. Пожелать вашей маме, так и всем мамам на земле здоровья, долгих лет жизни. Они этого заслуживают. Ну а теперь хочу задать вопросы. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, у вас двое деток, сынуля и дочь. Скажите, кого труднее было воспитывать, мальчика или девочку? Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, есть ли женщины-знаменитости, которыми вы восхищаетесь? Но если даже не восхищаетесь, то хотя бы нравятся, будь то актрисы, певицы, деятели искусств, женщины-политиков и так далее. Третий вопрос. Скажите, какие качества вы осуждаете в женщинах? Ну, например, мама-одиночек, которые решили родить для себя, не будучи замужем. Ну, это как пример. И четвертый вопрос. Не зачтите за наглость, что засыпала вас вопросами, какие качества характера вам не нравятся в Фатимушке. Заранее вас благодарю и почаще показывайте вашу мамочку. Она такая красавица, превосходный человек. Чувствуется, что вы с ней подружки на одной волне. Вот четыре вопроса, мама, было. Какой-нибудь запомнил? Выбрать один, да? Нет, это не рулетка же. Я могу из четырех один выбрать, я отвечу. Первый вопрос сейчас повторю. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, у вас двое деток, сынуля и дочь. Кого было труднее воспитывать, мальчика или девочку? Ну, каждый ребенок по-своему. Трудно ни с кем не было мне. Они ну, у тебя легкие дети были? Конечно. Да? Внуки тяжелее, да? Внуки тяжелее. Не то, что тяжелее, не тяжелее, внуки тоже. Просто я уже отучилась. Mm-hmm. Да, тогда я была молодая. Когда сил ты родилась. Много было, да? Сил много. А, ну когда я родилась, у тебя помощников много. У меня было, много помощников. Меня воспитывать тебе было несложно. Когда Данил родился, тоже было много помощников. Я была у тебя помощником. Ты была, сестры были, так что я без помощника не осталась. Ей повезло, у нее было 7 нянек. Да, у нас семья большая была, у нас друг другу помогали всегда. Так, второй вопрос. Есть ли женщины-знаменитости, которые вы восхищаетесь? Если даже не восхищаетесь, то хотя бы нравится. Там актриса, певица, деятель искусства, женщины-политики. Я, честно, даже не знаю, есть такие? Не знаю. Я так никогда никому не присматривалась и никого не обозначала. Никаких кумиров как таковых нет. Нет. Так, третий вопрос. Какие качества в женщинах вы осуждаете? Например, мама-одиночка, которая решила родить для себя, не будучи замужем. Ну и какие-то другие, ну какие именно женщины? Я никого не имею права осуждать. Каждый по-своему. Ну как бы хорошо, я тебе задам по-другому вопрос. Ну, что тебе не нравится, не приветствую, что бы ты не желала вот, женщинам совершать? Ну они же это совершают не от того, что им хорошо. Они, наверное, это совершают, чтобы как-то выйти из положения, как-то чтобы... Чтобы, можно сказать, начертано судьбой. Да? Ну да. Так. Хорошо, мама, ты скользко ушла от ответа. Четвертый вопрос. Какие качества характера вам не нравятся в Фатимушке? Ладно, я не смотрю, говори. Что, не нравится? Да. Ну, нет, у него, в общем-то, характер очень хороший, сносный. Сносный? Сносно. Ну, самое главное, надо ей, ну, как сказать, перечить никак нельзя, спорить нельзя. Надо говорить, оставить все как есть и делать по-своему. Серьезно? Да. Ну, спорить же нельзя. Со мной спорить нельзя. Но, в принципе, мои подписчики тоже это знают. С дочкой, ну, как можно с детьми своими спорить или что-то? А так особого же ничего не было никогда. А больше нет у меня в характере ничего, что тебе не нравится? А что мне может в моем ребенке, что может мне не нравиться?
А что ты такое совершала, чтобы мне не понравиться? Я ничего такого не знаю. И не могла ты совершить, чтобы мне не понравилось. Следующий вопрос задала Оксана Нечай. Это моя постоянная зрительница. Она постоянно мне комментирует. Спрашивает. Реакция вашей мамы, когда вы сказали, что у вас будет двойня? Ее реакция, когда она увидела деток? Реакция моя... Когда я сказала, да, что у нас будет двойня. Ну, на первого ребенка я была очень даже радостная, такая довольная, такая все. А потом через дней 10, когда сказала, отправила мне фото, что у вас двойня, ну, конечно, я обрадовалась. Но я желала всего хорошего, чтобы сохранились эти дети. И хвала Всевышнему, что все так вышло, что так, да, все так получилось. Я молилась Всевышнему, чтобы она, дочка моя, осталась здоровой, чтобы ничего не случилось, так как это были поздние беременности. И начиталась в интернете, да, про двойню беременность. Начиталась всякое вот это. Сейчас же есть все это в интернете. И много ночами не спала. Но не давала дочке знать, что я волнуюсь. Потому что знала, что она сама тоже волнуется. Поэтому... Ну, в общем, конечно, я очень даже обрадовалась. Конечно, откуда такое счастье, чтобы двое было? Я думала, то хоть один... одного, тут два прибавила. Я хотела хотя бы один ребеночек, чтобы у нее был, чтобы один ребенок был, чтобы Всевышний дал. А когда двое, ну, вообще, конечно, обрадовалась. Хвала Всевышнему. Да, нормально. Следующий вопрос задала Лили. Нравится вашей маме ваш канал? Делает ли она замечания дочери? Ой, насчет канала, конечно, я не знаю. Еще не определилась. Еще тоже не определилась. А там есть, конечно, я так много не читала раньше и так не проникаюсь ко всему этому. Но там, когда вот негативные ему эти читаешь, раз я пробежала, и потом на целый день не хватает переживаний, когда что-то не то пишут. Это делай, как я. Про своего ребенка. Ну, но это же неправда то, что они так пишут. Ну, делай, как я. Отсюда зашло, оттуда вышло. Ну, вот так вот. И я стараюсь не читать комментарии. Стараюсь не смотреть. Начала вот это смотреть последние вот эти месяц, наверное, два. А также я не читала комментарии. Я и не умела их читать. Я не такой грамотный человек. А читать не умеешь, да? Да нет, я так не просматривать там. Да, не умею я. Так, следующий вопрос. Кто ваша мама по профессии? По своей профессии, когда им работала? Дагестанка. А? Это твоя профессия? Домохозяйка. Домохозяйка. Ты же кулинар? Кулинар или кондитер? Нет, я не кулинар и не кондитер. Ну, кулинарный я заканчивала. Это было, когда было 16-17 лет. 18 лет. Так, такой кулинар. Идем я домохозяйка. Секунду. Нигде ни один год нигде не работала. А работала перед чем? Магазин же был у нас. Ну, магазин, да, это мы свой арендовали, свой магазин. Так, какова была реакция вашей мамы, когда она узнала, что вы выходите замуж за турка и будете жить далеко в Турции? Рассказывай. Как есть? Ну, естественно. Конечно, реакция была такая, как будто бы у меня из-под ног земля ушла. Так было. Ты помнишь, когда я тебе только сказала, что я еду в Турцию, как вы меня с Зоей, с тетей отговаривали? Да. Что все мужчины турецкие нехорошие такие. Да, да. Было такое. Нет, конечно, было очень, ну как тебе сказать, плохо было на сердце, не могла, ну... Я здесь не могла вынести, что ты на север замуж ушла, что ты там будешь жить на севере. А вот видишь меня, а меня Аллах еще дальше тебя послал. Еще дальше отправил. Ну, зато в тепло я попала на это. Ну, там хоть я могла в течение суток к тебе прилететь, а здесь еще два перелета получалось. Поэтому еще иностранец, еще не наша... Ну, хотя не видя зятя, не даже, видя, да? Зятя, да. Ну, думала, все на Всевышнего. А когда ты выбор уже успокоилась?
что ты мне вопросы задаешь, как эти? Когда я успокоилась? Ну, когда успокоилась, когда увидела зятя. А когда он сюда приехал, да? Да. Ну, то, что тогда показалось. Тогда успокоилась я. А так я не говорила ничего тебе по телефону, и там ноет. Она? Она. Нет, это он. Или нет? Она. Ноет она. Ну, все, замолчали. Ну, так вот. А зять очень хороший попался. Чуть-чуть громче, мама, говори, а то, может быть, не слышно. Хвала Всевышнему, алхамдулилля, рица Аллахе, что очень хороший зять попался ему. Мне попался хороший зять. Очень хороший человек. Долгих лет жизни моему мужу. Ну, конечно, долгих лет, потому что внукам надо на ноги поставить. Да. Да, что они вот... Да. Так, здравствуйте, Фатима. Пишет Любовь Соколова. Нет, Соколкова. Очень приятно, вы и ваша мама. Интересно узнать, сколько вашей маме лет, работает она где-нибудь или работала? Ну, то, что она не работала, это сказали мы уже. Сколько лет, мам, тебе полных? Полных 58 лет мне. Вот я уже взрослый человек. Все мы тут не дети. Ну, да. Так, идем дальше. Вопрос к вашей маме. Что самое главное в воспитании детей? Ваш основной принцип воспитания. Спасибо. Есть у тебя... Есть у тебя что-то такое главное, нет, чего ты придерживаешься? Ничего нету, ничего я не придерживаюсь. Как у тебя никаких правил не было? Никогда я не было правил. Ну, к тебе, конечно, я немножко была... Немножко не надо говорить, суровой. Правду говори. Была немножко суровой, потому что ты была девочка, а у нас в Дагестане девочки... Ты шкафы выворачивала наизнанку, расскажи. Как ты была, так как ты, я считала, что ты старшая в семье. Но... И ты должна была все делать, да, выворачивала шкафы. Должна была все уметь. Все уметь, да. Сама научиться. Каждый... Ты забыла, что ли? Каждую, вот у нас стояла горка, и в этой горке у нас посуда была, а ты каждую неделю эту посуду вытаскивала, хрусталь... перемывала эту хрусталь, а я нет, эту хрусталь не досчитывалась. Да, я что-то разбивала, да. А брат потом стукачил. Ну, она вытаскивала, маленькая была, лет 12-13, она вытаскивала всю эту посуду, мыла ее, ставила обратно. Синька делала, все дело, как раньше делала. Все блестело. И я некоторых хрусталей... Вот раньше мода была на эти стенки и эту посуду. Ну, красиво же было. Сейчас тоже ставят бурки-мурки, сейчас. Есть там, ставят... Так. Вот так вот. А в основном, да, принципа такого не было, никакого воспитания детей. Я скажу, с девочками построже, мальчиков на шею сажать. Ну, с девочками, да, немножко, да. Не то, что построже. Так, подожди. Пошла я к дочке. Я посмотрю, кто ноет. Какой глаз, а ты все время говоришь, что ты серьезный. Тоже все уже успокоился. Уйдем. Он обижен, что он проснулся и не нашел рядом никого. Да.